Всем привет, ребят. Сегодня собирался поехать в Балашиху, Подмосковье. Там есть рынок такой, барахолка, Салтыковка называется. Ну, мне подписчики написали, что вроде приезжайте туда-сюда. Выехали мы сегодня где-то в 5 утра. От города отъехали, я не знаю, километров, наверное, 11. И, короче, дожди налупанул. В общем, что-то так подумали, посмотрели еще погоду, дожди обещают. Развернулись, приехали обратно домой. Легли спать, сейчас встали. Сейчас поедем, короче, на нашу барахолку в город Иваново. С супругой заехали, вон тут у нас почта. Вон там, в этом вот доме. Надо пару посылочек отправить. Все, а теперь смотрим барахолку. Хотел бы еще сказать, всем спасибо, кто подписался на наш второй канал, где мотокросс и оффроуд. Очень вам благодарен, ребят. Осталось там 200 человек. Если кому не сложно, подпишитесь, пожалуйста, поддержите канал. Ссылки все я оставлю в описании под этим видео. Надо уже семечки покупать для птичек. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вовочка, доброе утро. Графин петух. О, а сколько графин? Допустим, сообщение. Вот сюда вниз. Петушок. Петух 600. Целый? Целый. А мы почем продавали за? Тапочки. В баню. Помыть хотел. Я уже перекувалась, думала, по-моему, паспорт туда. Помыть хотел. Денег снять. Согласны вы на такой процент? Я верну это. Вечно. Сколько тиски? Да все тут. Весь полопался. Ну да, кошка, наверное. 100 рублей шлемак, кому надо. Компост-то так и лежит, да. Старенький, кстати. 4 рубля, нифига себе цена. Да ладно. Че так дорого? При советах 4 рубля, это, блин, бешеные деньги. Ну, ценник-то не ешь, печатал. Скальпель. Прикольная, кстати, штука. Ну, это раньше такие были. Да, понятно. Сейчас-то одноразовые. Гвозди медные. Это сапожные. Сколько, кстати, компост? 100. Все по 100? Коньки такие, да, за смотри. Советские. Мастерские. Мастера на них гоняли. Здравствуйте. Привет. Елочка. Елочка. К Новому году. Немножечко осталось. Что за чек? Ой, за подъем. Нет, с моими печатками ничего не поделится. Новодел. Это годов, наверное, 80-х. Тяжеленький такой, да? Тяжеленький, да. Это... Кто-то сам вытачивал? Да, да. Сколько денег? 800 рублей просто. Тяжелый. Тяжелый, да. И железяки есть такой нормальный. Стоило тоже. Я бы мог, если бы дал этой лошади, мог бы насобирать. Думаешь, ее кто-то покупал в советском периоде? Нет, она, по-моему, у нас на свалке лежала просто так же. Тогда... Олег, здравствуйте. А 50-го. А 50-го было 9 лет. Пиздуй, здравствуй. Вон, ребят, у кого денег нет, приходите на рынок одеваться. Вещей куча. Почем у тебя подсвечник этот стоит? 4000? Да сюлюмин даже не спорьте. У меня, знаешь, сколько таких было?
Вот сейчас запил сделай, там внутри белый металл. Вот даже царапни чем-нибудь острым. Классный подсвечник. Если иметь, она бы стоила 15 тысяч. Ну давай, удачи тебе. Смотри, интересные всякие.1956 год, прикинь. А сколько вот такая? Так, смотри, реализовано, то есть одеваешь на это. Снял, вставил. О! Блин, Зай, одень, пожалуйста. Ребят, звук пропадает не из-за того, что у меня какие-то проблемы с камерой или там проблемы с микрофоном. Я это делаю специально, чтобы YouTube не забанил видео, так как играет музыка. Надеюсь на понимание. Начинает капать экспонометр Ленинград. Домик-ночник из мыльного камня. А сколько? Привет. 500 рублей домик. Кстати, недорого, нормально вообще. Ну, шкатулочка. А шкатулка сколько? Тоже 500 рублей. А, вот так вот собирается. Зай, 500. Поднос от электросамовара. О, смотри, какая кружка берестяная. Да. Интересно, кто-то заморочился же, да? В баню подарок, обалденно. А? А, она уже все. Ну, какая свинина. Карлсон. Опа, глаза. Это вот сейчас вот глаза такие. Интересно, Китай нет? Нет, не Китай, не Китай. О, негритянка. Чунга-чанга. Машинка швейная. Кстати, в коробке вообще в идеале, да? Иголки нет. Там паспорт, там все. Сколько? 500 рублей. А вот эти куклы? А большие сколько? Вот эти вот две. По 1000 рублей. А базы? По 1000 рублей, это 500, да, у нас машинка. А это? Очень много еще. Старинные стопори с этих машин. Витя, сколько вот этот утюг? 300 рублей. Подковку не надо? Не. А сколько дел проектор вот этот? 200. Это два. Смотри, какое кольцо. Это серебро там вообще? Да. Подать. Вот это возьмешь? Да. Серебро и вот лежит. Позолото с серебром. А почем серебряные кольца? По 200. Вес не знаете, да? Ну, кто вам дешевле серебро? Ну,
кубики, смотри, сваровские такие. Кубики. А кубики почем? А, я думал дерево. Не, не надо. Пластиковый не надо. Я думал деревянный. Это еще лучше. Пойдем. О, ниток-то сколько, смотрите. Кому надо, приходите, покупайте. Фонтан с лошадками. А это что ты смотришь такие? Сколько саквояж-то? 500. 500 рублей саквояж. Недорого. Да не открывай, все хорошо там. Все где-то надо где-то глянуть там. Же, как внутри-то. Да, чисто там все. И порватый, самое главное. Ну да. Рублей саквояж. У меня есть, я не буду покупать. Упер снимаешь? Точно. Упер сказал про всех. Давай, спой что-нибудь нам. Ух ты, какие часики. Весы на батарейках, да? Нет. Батарейки. 24 рубля стоили, офигеть. Че не берешь, Андрюх? Да мне уж хватит таких, как такой весны. 500 рублей, по-моему, было. Зашел. Ну, 24 рубля раньше было, это пятая часть зарплаты. Одна, вторая. А это что такое? А это для этой? Горелка. Газовая. Гора. Прекрасно. Китайцы поют. Почем крынки? По 100? Я вот эту возьму. Подбирай ее, я попозже подойду, заберу. Так. Кукушки, ты почем ты говорил тогда мне? На 300 рублей. Я тоже не знаю. Не 300 рабочий, рублей. Не да, конечно, не рабочий. Батя, покажи, я размер смотрю. Размер смотрю. Ключики от часов. Механизмы. Классный был циферблат из перламутра. Офигеть, редкий, кстати. Это что такое? А это что такое? А как сюда сигарету вставлять? Да, ну, это... Еще и тетку затолкали туда внутрь. Нет, а может какое-то продолжение тут было? Может быть, что-то. Что-то непонятное, да? Тогда. Я уж глядел тоже. Лагерная работа, ребят. И сколько эта фигня стоит? Я не знаю. Это Мишкина, да? Да. Тоже пирога. Красная шапочка. Кавалериста сколько? Тоже не знаю. Просто не знаю.
что когда продал, не стоит. Машинка так и стоит. Говорил туда, давай дешевле. Не захотел. Даже больше. 400 долларов тогда сказал. Машинка. Не, ой, конечно. Такие прялки сделаны, да? Прялки, говорю, сделаны. Ага, вот. Но вообще-то это вот чего? Я не знаю, что это. Что-то... Что за хрень? Меч дело самурайский. Меч. Нет, не меч. Так, а это сколько? Это жирка сколько? Полторы тысячи, по-моему, будет. Сейчас он придет. Корпус от часов, блин. Да? Или что это такое? Это, не знаю. Это жирка, не смотри, не интересно. Подыкон это. Может быть. Все скорее всего подыкон. А может и нет. Не знаю. Миша, как всегда, не вовремя ушел. Это что такое? Это маслобойка. Маслобойка? Да, а чем? На самом деле. То есть туда ложишь масло и вот так фигачишь? Туда молоко. Вот, взливается молоко туда. А потом начинается нудная работа. Вот так, да? Да. Вверх, вниз. Ну, топ. Блин, ужас. Топленое молоко. Спрашивайте, вот начинается. Ох, состояние, конечно. Вот эти хорошие куни. Что, самовар-то так и все, да? Я не один был. Вот, как интересно-то. С корабля американского. Мессиновский значок. О чем эти? По 100 рублей. Как у всех. Торг вместе. Интересно, смотри. Не-не-не, Зорь. Это непонятно, что такое, да? Девушка. Подсвечена. Вот, смотри, о, как это. Она просто к тебе попой прыгает. Мне кажется, переделанный он, да? Это кто-то сами уже делали. Почему? Как приобретел? Ну, кто-то делал в Советском Сама Союзе. Сама девушка и прикрепленная иди. Здесь. Здорово. Здорово. Да-да-да. Развороченный. Здесь голова была отколота. Сделан-то паршивая. Да его просто склеили, да и все. Ух ты, какой кувшинчик интересный. Сколько кувшин? Не заработать. Ну, смотри, тоже интересно. Всякие ложечки. А шлемофон? Тары. Ну, про ручки я и боюсь спрашивать. Пятерка. По посудичью. Это трешка. Полторы ручки. Пять. Рассчитайся, эту крынку я взял черную, классную. Сколько? 500 рублей. Вот это целый? Ты что-то зарос весь, нет это? Бывает. Сколько это жарко? Полторы. Полторы, значит. Давай за 700. Да не, за штуку за нереально. За 700 нормально. Я бы ее прям себе оставила. Пошли.
Миш, надумаешь, за 700 заберу. Я говорю, я куплю дороже. Не ври. Что мне не врать? Что, говорит, мне не врать-то вы, да? Запчасти от часов. Я вообще тут работаю. Что ты ищешь? Ничего не ищу. Саня, здравствуй. Привет, только меня не снимай. Чего, куда? У тебя лупы есть? Есть, а чего? Да я посмотрю. Ладно, сейчас. Какой утюжок. Санька, сколько утюг? Клем никаких нету. Нержавейка, Мехиор. Город Ангарск. Были мы в Ангарске в 2005 году. Кто-то у меня там про старый блюз не спрашивал. Вот смотрите. Виталь, книга есть, антиквар. Здравствуй, дядя Паш. На, запечатли ее. Танюшку видел. Ботанический атлас растений. Сколько денег такая книжечка? 500 рублей, 13-й год. Давай. Куда? Мне надо вон там еще раскладывать. Да не, покажи. Ботанический атлас растений. Царство минералов. ₽500 такая книжечка. Но мне что-то книги не очень. Да. Все, Кости тогда пойдешь в тюкры. Ай? Кости пойдешь в тюкры книги. 400 вот так. Ну полтинник скину. 350 ремешок. Портупея. Нет, не стресс-клариан. Да видно же, что кожа сразу. Да, стресс-клариан купил, она ломается себе как сиськи. Да ладно, не было, полно было. А, опять каска. Так 300 рублей. Если пару возьмите. Всем здравствуйте. Привет. Ну, давно. Я бы меня недавно одно место возьмите. Продал, да, ложечки? Нет, дома они. Да, привет. Просто не взял, что-то я просто. Камасутра. Ну чего? Камасутра. 150 рублей. Вот все то же самое. Вот парные. Дома посмотрю. Ремень такой с кошелечком. Привет. Здравствуй, Евген. Там есть они? Да, есть. Полные? Полные. Сколько денег? Это Серегина, 400 рублей хочет. Вот.
100 рублей все три. Все три 100 рублей. Долбаные. Сказочки. Привет. Недорого, пожалуйста. Наоборот, я бы убавил бы. Ты еще много дал. А? Ты еще много дал. Сергей, привет. Здорово. Давай подержим сюда. Это сколько у тебя штука-то? Стой. Это 10 рублей. 300? 10. 10 рублей? 10 рублей. Что-то меня там кто-то просил ее купить. Возьми, 10 рублей. Ну, такая была в свое время. Да, в 90-е годы делали. Как раз, да, да. Да, вот она как бы и в эту сторону открывается. Да, вложишь, она сразу это, да, и туда попадает. Да. Вот 10... если кто напишет купить, я куплю. Что там, мне вот она даже даром не нужна. Да. Это так и в продаже, цена не подешевела? Меняется на монет. 8, да, также просит. Ух ты, вот это часики. Дядя Вова, твои что ли? Да. Кто где нет? Что за часы-то, чьи? Хмельницкие и Лодь. А что с циферблатом? Циферблат, ну как, вот потерялся циферблат, он был тоже бумажный, это старые часы, они более ранние. Вот и все говорят, ой, я вот. Десяточка. Стропорез не подешевел? А за сколько надо, скажи мне? 300 рублей. Ага, понял. Это к бабушкам тебе надо. К бабушкам. Или вот 98-ю дивизию. Не, ну реально, сколько? А? Сколько реально? 300 рублей. Все, ни копейки ниже. А эти почем? 350 рублей. Все, да, любой? Вот, среди этих, да. Это 250. Что, не понравился? Ну, натаскались, да. Свою-то бытность, да? Напрыгались, натаскались. Сколько победа? 700 рублей. Ну, дядя Вова, что-то ты меня сегодня огорчаешь, бля. Нормально, все хорошо, хорошо. Мы не торопимся. Это не подешевел? Так и три? Так и три. Лесной сторож. 3000. А Мишка сколько? 3,5, аккуратно. Что-то он уже вжабанный был, да? Или что, или не докрасили просто? Не закрасили. Что-то меня кто-то хочет. А тарелка сколько? 4000 тарелочка. Здравствуйте. Не, у него были яловые, изнутри белые, кожа, там, кавалерийские пары. Вячеслава, здравствуйте. Не ношенные, очень маленький размер, он был маленький ростом, кавалерийский. Чего ты тут полковник? Нет, я приличный мотор. Как они мне нравятся. Цена это тут не нравится. Да, цена не нравится. Бильярдные шары из настоящей кости слоновой. 19 век, да, он говорит? Весь набор 15... сколько? 50, да? 50 тысяч весь набор. Кому интересно, пишите.
50 рублей, да? 50 рублей. Там много чудес. 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 Но ими играть-то уже все, по-моему. Конечно. В продаже их нет, я вообще весь интернет перелопатил. Есть там отдельные шары, там, ну, чтобы полностью набор нету. В общем, ребят, кому интересно, пишите мне в этот, в Инстаграм или в ВК. И Слава, сколько рюмочка? 9. Что нашел интересного, Леш? Ничего, не куча значков. Здравствуйте. Добрый. Завтра идете в клуб? Завтра? Нет. Последний раз что-то меня там не порадовало. Да? А что там? Сейчас там нельзя не появляться, там бесполезно мне. Приедается, скучно, да? Да, им скучно, мне с ними тоже скучно. А я завтра схожу туда, посмотрю, что там. Чайка 3, пылесос. Сейчас смотрите, название-то прям латунью сделано. Не то, что сейчас краской сделают и все. Эленберг. Шестой лесничий. А почем? Да разные цены-то. Тут фирменные, до 1000. Блин, надо долго разбираться. У меня, наверное, 1000 штук пластины. Нет, ну эти 1000 штук какие у вас? Ой, там каких только нету. Многие спрашивают, инструмент, ребят, цены такие же, как в магазинах, почти. Всем приветствую. Здорово. Что продаешь? Я ничего не продаю. Ног снимаешь? Да, гуляю, хожу. Вадим, сколько тиски? 400 рублей для тебя, так 500. А за 300? Да ну, 300 я заплатил. А там брат, там нет этого, пятачка внизу. Ну понятно. Я, кстати, подумаю, может и заберу. Я Дима, здорово. Вроде хочется, да? А вы сывай такую вещь? Да. Лучше строить. Он оправдает. Ну, с таких фигней серебро доставал. Вот с таких тоже. Я вчера разобрал таких кучу. Серебро доставал. Правильно сделал. Мне атак висят на той на цель. Чингис. Сомев. Эй, на манкана он тут аховали. Варенья, мауча, убирная манка. Колеса телег. Это ты, что ли, внизу? Кто? Похож, кстати. Да ну нахуй. Тому парню уже лет, наверное, 90. Похож. Ты же такой упитанный. Не полтинник.
А это что, очки что ли? Да. А для чего такие? Ну, чтобы глаза не потели, да мухи не кусали. Это точно. Ну, а реально? Я не знаю. Сетка, блин, первый раз такой вижу. Я тоже. Чудные. Сколько стоит? Ну что, сколько дашь? Полденник дашь? Не. Мне просто интересно. Давай мелочи насыпешь, ладно? Чудные, первый раз такой вижу. Возьми, возьми. Как я вот это люблю, мягенькое. Саперка. Горького, пожалуйста, фотографируйте. Не, не надо мне его. Ну вот, как же так вот. Блин, музыка играет плохо. Здравствуйте, видео. Все не везде. Да. Так, ладно, снимать здесь не буду, музон мешает. Какой салон-то у тебя? И кастрюля. Не, это большая. А, алюминиевая. Ну, на атом. Этот сколько? 4,5. Ребята, если что, обращайтесь. Ребят, 4,5, кому надо, пишите. Агитация. Это у нас Украина, да, по-моему? Да. Куча китайских игрушек. А похоже на ситчик. Здравствуйте. Так похоже на ситчик. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Смотрите что-нибудь. Что-нибудь старенькое есть из брошек? Старенькое? 4. Ага, пожалуйста. Спасибо. Нет, все современка. Жалко. Все современные. Да. Как дожди достали, лупят и лупят целыми днями, блин. Да, Зу? Как бы солнышко маленькое. На улице так-то вот не холодно, но из-за этой влажности кажется, что дубак вообще конкретный. Что-то тут одни вещи. А я не в порог, я прям... Берите варежки. Шубинки. Скоро зима. Да. Будет дороже. Помнишь такие, знаете, тебе ставили банки? Да, всем ставили. На спину. Раньше нам ставили. А сколько они стоят? 10 рублей. Одна штучка. Вчера, кстати, женщина звонила насчет корыта, а мы все продали. Дядь Дима, ну, дорого. Алексей, здравствуйте. Ты продал эту люстру? Нет. Полторы? Откуда она за армян вышла? Здорово. Ну что, такая ручка? Золотая. Сколько фонарик? 200. Ого! Купи. Не, эти сейчас вот. Тихо, не трогай. Камера. 200 рублей, 200 рублей. Это недорого. Недорого? Нет. А сколько это? За сколько? 500 точно. Возьму сейчас очень. Что, за 100 рублей ты отдашь просто? Почем Восток? 150. Они еще идут, да? Ой, я не знаю. А за 100? А? Ну, возьми ты. Да, я беру их. Не работает. Надо стекло менять и циферблат, а так, в принципе, вроде неплохие. У меня вот все друзья здесь, где мы берем. Спасибо. Они всем открывают.
Хотел купить, блядь, в метро, побоялся. Ржавый он? А сколько денег? 200 рублей. Мужчина 2,5 продавал такой. Да не, они не такие, они там есть немецкие времен войны, а этот нет. Они разные. Там бывает клеймы, бывает. Маркировки никакой нет вообще. Лёхин, магнитофон, крокодил мой. Прикольный такой, кстати, да? Дорогой. Да, с почём? 900 рублей. Нормально так. Они, в принципе, так и стоят. LG Boombox. Фига себе, кто-то заморочился. Ой. Бусянки отпали. Лен, оставишь? Ладно. Сахар брать. Интересно, сколько у него секундомер? Сколько орел-то стоит? Орел, сколько? А куртка чья, Лен, твоя что ли? Лёшина, полторы. А орел чей? Орел чей? Ой, 250. Сколько стоит? 200 рублей. 70 лишний покупал. Кто? 300 рублей. О, вроде так. Ну он фирменный. Смотри. Твоя цена. Я хотел. Лёх, 250. Да, да, да. Работаешь, работаешь. Вот это бутсы. Бери себе. Будешь первый парень на деревне. Кстати, в свое время денег стоили, наверное, космических. И сколько они, Лен, у тебя? 300 рублей. Валерка сейчас говорит, оставь. Ну что еще эти надо? Шнуровку. Иди забирай крыло. Куда поехали домой. Какая прелка была красивая. Еще главное дело написали водка. На самом деле ты видел? Ну да, да. Он от пепли называется алкоголь. И сколько она? А таблички эти почем? Пожарные. Это ведь на дома вешали, да? Кому что не сюда пожар? Да. Это что такое, лопата? Лопату должен, тот лом должен. Так. Лопата, лом, багор. Это лом, это багор. По 300 рублей? А? Давай за все 300. А гирьки вот эти почем? Вот еще две. По 500 рублей вот такие гирьки. А вот такая сколько? Я прошу полторы. А эти 300, да? Зачем? Эти включаются постоянно, а эти маленькие. Маленькие это фиг найдешь, когда. Да. А палатик сколько? Две. Ну давай эту. Не буду. 800. Я ее купил за 1000. Мне рост, я урос. Дорого ты взял ее. Ну,
Класс. Как мы с тобой хотим. Не, я не хочу половик. Ладья такая. Че за интерес такой? Как у нас, да, такой же. Волжанин. А че он волжанин? Не подешевел? Какой? Самовар. Только для тебя это сейчас нет. Дешевле не будет. Итак, это только для тебя. Только сейчас. Да, никому не говори, что это. 500 рублей. Что можешь взять? 700, то есть. Недорого, кстати. А Шурик почем? Шурик почем? Я купил. Ну и че? Здравствуйте. Вилку какую-то где-то слямзил. Не слямзил. Есть, ем я ей. Вот такие вот советские. Совсем не могу ее отдавать. А, диски покупают, да? Надо дать. 150 рублей. Это что у нас, кровать, да? Раскладушка. Кто-то ведь заморачивался, делали. Ну, раньше ничего не купишь, конечно. Прикиньте, на каких кроватях мы раньше спали. Колесо от телеги здоровое. Кадушки. Кто-то у меня спрашивал, весы вот такие вот, Тюмень, которые называются. 1977 год. Не знаю, почем они стоят. Станины для швейных машин. Средняя цена где-то 2000 рублей на них. И выше. Самовар. Кстати, неплохой был. Кран отломлен, ручка отломлена. Мишка такой сидит, да? Интересно. Да-да, жалко. Жалко, я сама чалика. Красивый, кстати, был. Вот здесь. Вот ручка твоя. Да, сколы свежие прям. Да вот сегодня вот тачку со склада открываю, а там разгон. Обидно, конечно. Очень. 350 рублей. Магнитофон. Рабочий. Берем, значит. Какой? Да, грязненький, конечно. Ну, я ничего говорю, страшного. В гараже был. Почистите его. За 300 рублей, короче, купили такой мафон. Под конец рынка опять, блин, села камера. Уже домой собирались, и все, и камера потухла. Но под самый конец купили вот магнитофон такой. Продавался он за 350. Купили за 300. Две колонки отстегиваются. Кстати, работает батарейку. Там у женщины он на батарейках работал. Нет этой антенны. Ну, как всегда, все вырвано. Ну, в общем, магнитофон рабочий. Продастся, я думаю, за 1000 уйдет. Так, дальше купил я крынку, купил этот, как он называется, секундомер полностью в идеале. На днях продал такой же, похожий, но тот был вообще в идеале, с заводскими документами, все как положено, в использовании не был, советских времен, за 1500 продал, этот я купил за 250. Купил часы Восток, амфибия, командирские. Нужно менять стекло на нем, треснутое. То есть это уже не амфибия. Но у нас что-то цены вообще лупят. То есть замена вот таких, допустим, такого стекла у нас стоит 800 рублей в нашем городе.
Ну не знаю, может я так попадал. Часы на полном ходу идут отлично. Ну браслет это мелочи, тут только эту поставить и все, то есть часы с браслетом. Поменяю стекло, не знаю, буду продавать, наверное, 1500. Но надо сначала стекло поставить. В общем, давайте, всем пока, всем удачи, всем мира.